У нас на факультете преподают около 80, даже больше 80% преподавателей, которые являются практикующими адвокатами и руководителями адвокатских объединений. Наш президент университета Сергей Васильевич Кивалов является также действующим адвокатом и двумя руками болеет за адвокатуру, за адвокатскую профессию. Проходят ярмарки вакансий, что позволяет наших студентов уже трудоустроить, будучи, они еще находятся на студенческой скамье, но имеют возможность уже получать первый практический опыт. У нас подписаны договора с многими адвокатскими объединениями, адвокатскими бюро. У нас подписан меморандум с Национальной ассоциацией адвокатов Украины, и мы тесно сотрудничаем с Советом адвокатов Одесской области. К слову, преподавателем кафедры судебных и правоохранительных органов адвокатуры является Бронс Иосиф Львович, который является также председателем Совета адвокатов Одесской области. А председателем Государственной экзаменационной комиссии является Рудницкая Наталья Анатольевна, которая является главой квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Одесской области, которая непосредственно принимает экзамены у будущих адвокатов. Хотелось бы также отметить, что наши студенты имеют возможность проживать в комфортабельных условиях. У нас шикарнейшие общежития, которые рассчитаны на 2-3 койко-места со всеми удобствами. Недавно начала в университете действовать программа «Зеленый университет». Были установлены солнечные батареи. Наши студенты имеют возможность круглый год получать и тепло, и горячую воду. И это тоже является важнейшим элементом и комфортабельности, и, конечно же, воспитательной работы в том, что мы ищем аналогичные какие-то альтернативные пути экологических ресурсов для того, чтобы создавать себе комфорт.